представляю вашему вниманию учебник и практикум для магистратуры, написанный авторским коллективом Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Целью учебника является формирование у будущих экономистов и финансистов теоретических знаний и практических навыков по подготовке и проведению обязательной аудиторской проверки. В учебнике уделяется особое внимание основным элементам методики проведения аудита, подготовке и планированию самой проверки, составлению общего плана программы аудита, а также осуществлению аудиторских процедур.